Вооружившись перчатками и мешками для мусора, волонтеры-экологи вышли на уборку территории вокруг церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в микрорайоне Тайнинский. Данное место раньше являлось путевым дворцом в сторону Троице-Сергиевого монастыря. На данный момент сохранился только храм, первоупоминание о котором датируется 1628 годом. Храм расположен в самом красивом и живописном месте. Берег реки Сукромка – место отдыха местных жителей. Но, к сожалению, территория вокруг нее не всегда поддерживается в чистом виде. По словам волонтеров, цель проекта заключается не только в уборке мусора, но и в сохранении исторической ценности для будущего поколения. У нас будет более 70 участников. А с нами вместе, с нашим университетом МФ МГТУ будут студенты МФ МГСУ. Из нашего университета приехали такие организации, как профсоюз студентов МГТУ имени Баумана, волонтерский центр «Вместе», волонтеры «Дело», студенческий совет МФ МГТУ и российские студенческие отряды. Вы знаете, студенты нашего вуза очень неравнодушны к экологической среде нашей страны и в мире в принципе. Когда теплая погода, у нас может каждая неделя, даже несколько раз в неделю проводиться различные выезды волонтерские. 150 мешков для мусора активисты заполнили за 2 часа работы. Погода не подвела, а значит, все, что задумано, было сделано. Как говорит Яна Фокина, волонтерство помогает студентам получать новые знания и навыки, реализовывать личностный потенциал и находить друзей. Данное мероприятие организовано волонтерским центром «Вместе» нашего университета. И на данный момент от студенческого совета пришло, к сожалению, не очень много людей, но все ребята очень активные, хотят помочь нашей природе. В общей сложности, насколько я знаю, тут около 70 человек сейчас помогают навести красоту и чистоту. Вот. Мы на самом деле очень много раз сотрудничали с волонтерским центром, всегда помогаем им на различных мероприятиях и субботниках. И активистам студенческого совета нравится проводить время на природе и помогать. Всероссийская акция «Труд крут» – это не только уборка территории, но и прекрасный способ поднятия общественного духа, активное участие в значимом деле. Ребята не только убрали историческое место от мусора, но и получили заряд хорошего настроения. Татьяна Горностаева, Первомытищинский.